Всем привет! Доброе утро! Приготовила завтрак, отправила детей в школу, успела принять душ, высушить волосы и сейчас пойду гулять с Юкасией. Сначала думала не говорить, а потом думаю, а почему это? Давайте я поделюсь с вами. В этом нет ничего такого, и дай бог, чтобы у всех были такие проблемы. Знаете, переключила фокус внимания, называется, и есть чем заниматься. По утрам и не только. Короче, я жалею, что я сделала такую покраску волос, но не по той причине, что мне не нравится само окрашивание. Цвет как раз получился такой, как мне нравится. Но когда мне казалось, что это просто сухость, я почитала ваши комментарии, конечно, много средств, которые мне не удалось найти, но я слышала много хороших отзывов по поводу масла для волос. Вот такого. Оказалось, что оно есть в нашей Сефоре. Довольно известный бренд, как он читается, Гису, не знаю. В общем, я сначала купила его, приобрела в таком наборчике. Там был какой-то праймер еще и вот такой гребешок. В общем, выгодно было взять больше объем. И праймер я не использую, потому что у меня быстро утяжеляются волосы, а мне еще нужно нанести термозащиту. Термозащиту взяла вот такую, это уже из Дугласа. Мне когда-то делали укладку, и я еще давно приобрела, поэтому продолжаю пользоваться. И она действительно не утяжеляет волосы и, надеюсь, что защищает от высокой температуры. Сейчас я не могу себе позволить не сушить волосы, иначе у меня вообще они будут выглядеть как пакля. Но я ставлю всегда среднюю температуру или же холодный воздух на моем фене. Кстати, я им очень довольна, от Lifen. Dyson я дала своей Насте. Вот, и сегодня тоже использовала фен-щетку. Почему у меня такое кислое выражение лица? На самом деле я просто спокойная, и вообще как бы волосы это не зубы, они отрастут. Я пытаюсь раскачаться, выпила вторую чашку кофе, но на самом деле я особо не грущу. Короче, я начала присматриваться к волосам и заметила, что некоторые из них, из волосинок, особенно в области челки, вот, с этой стороны еще лучше, у меня просто здесь, в принципе, тоньше волосы. А с этой, некоторые из них, знаете, как будто шибанутые током. Как бы я не мазала их маслом, как бы я там не укладывала, да, утюжок я сейчас боюсь брать в руки, потому что мне кажется, что мне сожгли, особенно вот челку. С этой стороны. Я ничего более умного не придумала. Это те волосы, которые вообще никак не восстановишь, поэтому я взяла ножницы и чуть-чуть подрезала себе челку. Я как раз оставила себе волосы подлиннее, поэтому они у меня быстро отрастают. Через месяц пойду еще немного постригу, состригу все это дело, и, пожалуй, я на этом закончу свои эксперименты с окрашиванием. Если захочется, то потом, через год как-то, сделаю вот прям пряди только сверху у своего проверенного мастера. Если бы вы знали, сколько я отвалила за окрашивание и за стрижку, то вы со мной перестали разговаривать. Знаете, теперь, когда отвлекаешься на что-то, даже на такие негативные моменты, там все равно как-то тревога уходит, и когда человек занят, он меньше нервничает, и когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию, да, главное чем-то заниматься, чтобы не сойти с ума от нервов и от переживаний. Так что такая история со мной приключилась. Так вот просматривала, вроде все нормально, ну то есть волосы, Юки, я сейчас не могу играться, я тебе честно говорю. Тебя папа уже выводил. Мы сейчас идем гулять. Видите, ребенок меня торопит. Принесла мне своего бобра и хрюкает тут на фоне. И вот так, если посмотреть. Юкс. Сейчас идем. Вот они здоровые, здесь совершенно другие, нежели в области челки. Йо-йо. Ты моя сёнечка? Ты моя сёнечка? Я вам сейчас ее покажу. Йо-йо, не кусай маму, нельзя. Где твой бобер? Моя тюляпа, моя тюляпа. 27 килограмм счастья где-то, если не больше. Это она так любит на меня залезть. Юки, не кусай меня. Витя, щеночек мой, 8-месячный. Она очень активная. Идем гулять.
На диване нельзя. Вот если папа это видел, он бы нас пробил. Давай. Давай. Не, меня кусать надо. Давай. Меня не жрать. Пожалуйста. Черная пятница не прошла зря. Я купила только то, что планировала, а часть поедет обратно. Ну, давайте приступим. Примерка. Очень темно на улице, час дня, как будто уже вечереет. Надеюсь, мне это не помешает. В ближайшее время у нас будет несколько торжеств, назовем это так, и культурных мероприятий. Я решила обновить свой такой чуть-чуть праздничный гардероб и по-настоящему вау. Я покажу вам платье, которое я планирую надевать на Рождество. А вот на эти выходные взяла свитер. Мне он очень понравился по цвету. Он у меня в размере XS, и хотела, чтобы он был укороченным. Он с необработанным краем и с такой как бы блесточкой. Это H&M. Он чуть увеличивает в объемах, но меня это не смущает. У меня как раз есть брюки на завышенной талии. Они очень старые, из манго. Сейчас вот на зимней распродаже буду искать что-то из более плотной ткани, потому что эти тоненькие и быстро мнутся. Они служили мне несколько лет, и я думаю, что в теплую погоду я все еще смогу их надевать. Добавила обычный ремень, а на ногах у меня, ну вот когда пойдем куда-то на улицу, будут самые обычные классические ботинки на каблуке. А на второй день Рождества я так думаю, что я надену вот эти туфельки. Это даже не туфли, а босоножки-золушки. Мне прям так и хочется их так назвать. Я заказывала их в Заре еще на причастие Захара. Я их очень люблю. Мне в них удобно. Они силиконовые, нарядные, не натирают, и ко многому можно обуть. Сейчас такие же есть и на AliExpress, и в той же Заре должны быть. И в Манго тоже видела, причем разных расцветок. Камера отказывается сотрудничать со мной. Короче, серьги с большим камнем, и они тоже немножко придают еще больше праздничной атмосферы такому, казалось бы, стандартному наряду. К свекрови можно на ужин поехать, на обед праздничный. И даже дома надеть. И вот во второй день праздников мне будет более удобно так, нежели в каком-то очень элегантном платье. Мне нравится. Платье из вискозы мне удалось отхватить с хорошей скидкой. Оно, по-моему, есть в черном цвете. Здесь вот такой принт. Ткань супер приятная, длинный рукав, ну и праздничный цвет. Довольно ярко для меня, ну почему бы и нет. Здесь получается с одной стороны сборочка, также есть разрез, платье приталенное, длинное, женственное, элегантное. Да, яркое, но кто-то же должен быть ярким пятном на семейной фотографии. Я шучу. И оно даже не требует к себе какой-то яркой обуви, ярких аксессуаров, яркого макияжа. Может, я сделаю какую-то стрелочку, посмотрим. Но я его точно оставляю. Шок-контент, такого вы на мне еще точно не видели. Платье полностью в пайетках, серебристого цвета, еще макияж можно добавить, какие-то блестки. И в нем я собираюсь отмечать этот Новый год и, возможно, тоже устроим девичник. Скорее всего, так оно и будет. Я пока что еще не придумала, что и как, но хотелось бы сделать. Пойдем куда-то потанцевать. Иногда такие вылазки тоже нужны, они дают мне какую-то энергию. Буду устраивать сама себе праздник, даже когда на душе совсем не празднично. Но у меня есть повод готовиться как минимум к Рождеству. Платье, конечно, коротковатое, я буду надевать его с черными колготками, возможно, с грубыми ботинками, чтобы не быть, знаете, вот как кукла Барби. Не слишком вызывающе, чтобы было. Слушайте. Мне оно тоже нравится. Они есть в разных расцветках, в разных вариациях. Я взяла себе размер S, чтобы оно не было слишком в облипку. Можно будет есть. Все поместится. Пятая точка тоже прикрыта, поэтому все, в принципе, культурно.
Ну и последнее платье черного цвета из плотной атласной ткани. Тоже в нескольких цветах представлено. И сейчас вам покажусь полностью. Маленькое черное платье из H&M стоит недорого. Я не устояла, я уже его надевала, несмотря на то, что на мне лучше смотрелось бы XS. Его не пришлось бы подвязывать поясом, но так хоть подчеркнута талия. Здесь тоже удлиненный, немного расклешенный рукав. И оно, ну, такой интеллигентной длины в этом размере. Я так и ходила, только в черных ботинках. Ну, то есть обычные колготки. Можно надеть более нарядные сережки. И тоже будет смотреться чудесно. Если я передумаю, то, возможно, его надену на второй день Рождества. Или на первый. Я переменчивая дама. И, может, даже завтра на вечеринку, на которую нас пригласили с мужем. Или в филармонию, в которую мы идем в воскресенье. Короче, платье-палочка-выручалочка. Вот так оно выглядит на мне с поясом. Конечно же, оно остается, потому что я его носила. Я думаю, что найдется не одно торжество и мероприятие, куда я смогу его надеть. А сегодня я познакомлю вас с самой маленькой принцессой нашей большой польско-украинской семьи. Ее зовут Габриэлла, это двоюродная сестра наших мальчиков, то есть вторая дочь брата Томака. Ей вот буквально недавно исполнился годик. Снежничка. Встает. Уже топает. Папа пианист и Дося тоже. Двоюродная сестричка. Дедушка. Прошу так і тільки найменше, душа. Евентуальні докладки. Ти з'їдальна? Так. Ні, то ні. А ні, лише не тут? Ні. То сам папір робить. Добре, ну габінку. Огурец пошел в ход. Не отходят от малых. Весь вечер с ним. Мне сейчас нужно съездить в город. Как будто мы не живем в городе. Просто мы в частном секторе на окраине. И я часто говорю, типа, я поехала в Краков, или я была в Кракове, я была в городе. Как-то такая оговорка смешная. Неважно, мне сейчас нужно приготовить детям полдник, потому что Томик вернется с ними пораньше со школы. И я планирую испечь вот прям супер быстро. Рецепт очень простой, решила поделиться с вами. Это один из любимых кексов детей, и помимо елок, елки были позавчера, сегодня вот сделаю их любимый десерт к чаю. Я уже приготовила форму, эта формочка у меня из Пепко. У них иногда бывают прям качественные, такие плотненькие, но она не в стандартной продаже, их периодически можно там выловить. А вот у Дуки всегда очень крутые формы, смотрите, какая она фигурная, я купила ее на распродаже, или какая-то скидка на нее хорошая была, короче, за полцены. Она увесистая, в ней все хорошо пропекается, супер, и у них есть разные такие вообще более острые. Короче, если ищете классную форму, то в Дуке они есть. Я смазала свою форму мягким маслом и посыпала мукой. Возьму эту, потому что у меня нет времени вот эти вот все завитушки хорошо промазывать маслом. Что нам понадобится? Масло, которое мы достаем из холодильника чуть раньше. Муку я убрала,
потому что посыпала форму, но она тоже нужна. 5 яиц, щепотка соли, сахар, разрыхлитель, ванилька, черное какао темное, то есть которое не сладкое, и грамулька молока, чтобы это все лучше размешалось. У меня даже молоко дома закончилось, нужно ехать за продуктами. У меня зато был какой-то кокосово-рисовый напиток, я думаю, что тоже будет окей. Но вы берете обычное. Также я уже разогрела духовку до 180 градусов и буду выпекать это все при обычном режиме. Берем миксер и выкладываем масло, нарезаем его кусочками. Я оставлю вам пропорцию в инфобоксе, вам так будет удобнее заскринить. Нам необходимо 300 грамм. Написано 250 грамм сахара, но я кладу чуть меньше, 200. Ваниль, щепотка соли и 5 яиц. 370 грамм муки. И разрыхлитель. Набираем чайную ложечку с горкой. 40 миллилитров молока. Взбиваем 40 секунд, ну, минуту где-то на средних оборотах. Половину теста выкладываем в форму. Если вы не планируете делать его двухцветным, то можете выложить все и запечь. К оставшейся части добавляем какао. Так, приличненько. Написано 30 грамм, но это реально немало. Еще немного сахара. Снова чуть-чуть молока. 30 миллилитров. И еще раз немного взбиваем миксером, чтобы это все смешалось. И выкладываем поверх. Теперь берем вилку и немного это все перемешиваем, чтобы она потом в итоге получилась как мраморная, да? Она, бабка, по-польски. Чтобы он получился мраморным. Не переживайте, если тесто как-то неровно легло, оно само сейчас плавно распределится. Ставим в духовку и запекаем 50-60 минут. Пока запекается мой пирог, я тебя прошу, стоп. Юки, нет, мы не будем играться. Всю эту неделю, как только я ставлю штатив, она думает, что мы будем играться. И она не дает мне снимать ничего. Если бы вы видели, как проходила съемка последних бюджетных находок, вы бы просто ухахатывались. И пока запекается мой пирог, я собралась и, пожалуй, продолжим с вами с покупками на Черной пятнице. И знаете что? Я вот накрасилась. Во-первых, не знаю почему, такая моя странная особенность, как только я не выспалась, я зачем-то каждый раз делаю себе смоки. И когда я уже, знаете, домазывала помаду, сижу и думаю: Оль, тебе сегодня на родительское собрание. Не too much? Короче, я переоделась. А, свитер забыла вам показать. Это тот же свитер, который я показывала вам в шопинг-влоге. Такой, с разрезами. Это H&M, он длинненький. Можете глянуть. И он есть в разных цветах. Я его купила в H&M, да. Он с примесью шерсти, недорогой. Вот сегодня уже надела его, потому что за окном довольно прохладно. И расскажу вам историю. Короче, мы были летом в Хорватии, и я, чтобы не ругаться с мужем каждый раз о фотках, я иногда, когда планирую сделать какую-то фотографию, я беру с собой штатив. Он слишком большой. Есть, конечно, легкие, маленькие, но мне важно, чтобы штатив был стабильным и чтобы он не развалился после очередной поездки. Особенно если кладу его в чемодан и мы летим куда-то на самолете. В общем, я перетарабанила с собой на пляж штатив. Пока Томик плавал на лодке с малыми, я пошла сделать себе фотографии. Фотки получились классными, мы с вами посмеялись. И я села в тенек, потом посмотреть, что у меня там получилось, потому что я фотографирую сама себя, иногда я использую таймер, если не забываю, то беру с собой пульт и стою, клац-клац-клац. Реально, это просто антиразведин, чтобы не ругаться о фотографиях. И пока я сидела, значит, смотрела эти фотографии, мне очень мешали очки, я их сняла, и потом быстренько побежала уже к нам на пляж, видела, что Томик возвращается с детьми, и сообразила, что очков нет, а это были мои самые любимые очки.
И Тома говорит, да купи себе другие. Я показывала вам две пары, которые я привезла из Хорватии. Это Tom Ford и Versace. И я сначала, конечно, поискала точно такие же, как у меня были. Это Oliver Peoples, да, вот так интересно называется. И почему-то конкретно эта модель летом не была представлена в Европе. Я оформила заказ в Германии, но мне на второй день отменили его и сказали, что извините, именно в этом цвете мы больше не привозим. Это были настолько роскошные очки. Я знаю, что некоторые из вас их купили. И одна моя зрительница, с которой мы общаемся, ну так, просто где-то там комментируем что-то друг другу. Я стараюсь отвечать в Инстаграме по возможности. Так вот, она мне пишет, говорит, Оля, ты потеряла очки? Да, она говорит, они такие классные, если бы я потеряла, я тоже расстроилась бы. И тут она была в Америке, это американский бренд. И она мне пишет, Оль, я в Америке, я буду заказывать себе еще одну пару, не знаю, какие она выбрала, но хочешь, я тебе привезу. Я настолько обрадовалась, потом думаю, блин, я же купила целых две пары коричневых очков, зачем мне еще одни? Потом думаю, я не так часто покупаю себе что-то дорогое, и тут она пишет, Оля, сейчас эти очки со скидкой, вы представляете? Она привезла мне их из Америки в ручной кладе. Спасибо тебе огромное. Я перевела денежку, как-то даже не задумывалась, что меня кто-то может развести там, обмануть и не привезти. Я реально очень доверчивый человек, иногда это мне вылазит боком, но тем не менее мы встретились в Кракове. Как только она прилетела, она говорит, да, я тебе их передам, отправлю там курьером или на такси. Я говорю, нет, я сама приеду. В общем, отблагодарила ее, хотя она говорит, нет, вообще ничего не надо. Если бы я потеряла свои очки, я бы тоже расстроилась. В общем, это очки Oliver Peoples. Они ручной работы, они просто феноменальные. По форме, конечно, они похожи на Ray-Ban, но, девочки, это совершенно другое качество. И вообще металл, они такие удобные, они такие легкие, и они больше, чем Ray-Ban, и смотрятся гораздо круче. Я понимаю, что для многих это типа, ну, очки да и очки, но реально, если вы где-то встретите этот бренд, а он типа, как знаете, как нишевый, наверное, да, среди очков, он не продается в сетевых магазинах, мало где представлен на самом деле, и у меня цвет то ли какой-то зеленый. Я посмотрю в заказе, она присылала мне. У меня почему-то он ассоциируется с оливкой, но это не совсем оливка. Видите, вот такие стекла градиент. Конечно, можно было бы без них обойтись, но я вам честно говорю, что я отдала бы большую часть своих очков за эти. Эти и Celine, мои самые любимые, еще Tom Ford, вот, которые я последние купила. Я люблю очки, и это те, которые я часто носила даже в холодное время года, и они обошлись мне реально гораздо дешевле, чем я покупала вторую пару. А мои очки кто-то спер, которые я оставила тогда, когда смотрела фотографии. Мы потом всем семейством искали, но не нашли. Кому-то они, видимо, тоже слишком понравились. Еще, знаете, что уже даже не смешно, я по всему дому ищу тени MAC Best of Me. Они такие маленькие, легкие, где они затерялись? Я их купила с 30 или 35% скидкой, я вам говорила, что я выжидала их. Очень классные тени для складки века, для светленьких, для идеальной растушевки, и также взяла себе Fix Plus. Для меня это must have в моем макияже, особенно в холодное время года, очень здорово, как бы дает увлажнение и соединяет все слои макияжа. То есть, когда ты вот наносишь тон, он влажный, потом припудриваешься, и хочется, чтобы вот эта пудра была меньше заметна. И бронзер там, румяна, если вы используете. Ну, короче, я его покупаю уже очень много лет, и сейчас вот был со скидкой, взяла новый, потому что предыдущий закончился. Удалось мне отхватить мой ретинол любимый из iHerb. И маску для волос. Было минус 25%. Вот такую взяла. Она когда-то у меня была. Я ее использовала как кондиционер. И она очень хорошо разглаживает волосы. Также супер приятно пахнет. Ну, здесь, короче, витамины. Это такое дело. И, как видите, покупок у меня
было не так много. Я еще заказала себе ботинки подороже. Но они прям совсем. Я даже не стала вам показывать. За 500 злотых из Zalando, это со скидкой. И я померила, думаю, не, ну вообще, фирма Габор, как-то так, вроде немецкая компания, сейчас лежит посылка, нужно это все отправить обратно. Сегодня еду на родительское собрание, буду я отдуваться. Получила отчеты детей по успеваемости отдельно, у нас, я вам говорила, да, и по поведению. И у Захара очень-очень хороший табель, что касается именно успеваемости. Много хороших комментариев. Ну, классный руководитель говорит. А вот к поведению у меня есть вопросы. Пожалуйста, придите в пятницу. Там все родители могут отдельно пойти к каждому учителю и побеседовать. Поведение, что болтает на уроках, быстро справляется с заданиями, потом сидит и ляпает. Я тоже та еще говорунья. У меня всегда были замечания, и я люблю поговорить, меня не переслушаешь, как вы уже могли понять. Слава богу, у меня есть с кем общаться, у меня большая аудитория. Да, и хотела сказать вам большое спасибо за теплый прием моих последних влогов. Меня это очень так и мотивирует, и воодушевляет, и отвлекает. И когда ты понимаешь, что ты делаешь, ты не пустую, скажем так, что ты получаешь больше негатива, больше позитива, чем негатива, то, конечно же, тебе хочется продолжать любимое дело. И спасибо, да, вы видите, что я стараюсь, я не падаю духом, и у меня есть супер повод готовиться к этому Рождеству. Просто подержите за меня кулачки, чтобы все сложилось. Реально, если бы мне нужно было это делать только для себя, я бы вообще ничем этим не занималась, потому что у меня на это не было бы, наверное, какого-то вдохновения, что ли. А когда мне хочется окружить таким теплом, таким уютом своих близких, я знаю, что они это видят, они это ценят, то, конечно же, у тебя вроде как, знаете, появляется новая батарейка, и ты работаешь с новыми силами, и тебе хочется вкладываться. И сегодня, если успею, то хотела бы купить такие маленькие подсвечники, придумала, как я буду украшать стол. И завтра в 6 утра поеду на цветочный рынок за всякими гирляндами, за веночками, буду собирать своих девочек. Тоже рассчитываю на то, что у всех получится у себя дома, и будем делать веночки. Но это уже чуть попозже. На следующей неделе нужно договориться, как там у всех со временем. Я уже подстроюсь. И сегодня вечером мы тоже идем в гости, посидим. Это родители детей со школы. Вот, это не одноклассники. Мы познакомились в нашей поездке в горы. И теперь собираются только родители. Я, наверное, пойду совсем на чуть-чуть. Они живут по соседству, а Томик, возможно, останется дольше. Мне хочется его прижать все-таки, чтобы он завтра, может, сегодня даже повесил звезды и доскладывал мебель, которую я купила в Икее. Потому что стол сложила, вот эти тумбочки. Нет, ну не любит он это дело, и хорошо было бы найти кого-то, кто этим займется. Он может убраться, он может вообще всем заняться, но если складывать, что-то ремонтировать, о, нет. Ну, вы знаете, я тоже люблю готовить, но убирать — это не моя фишка. Вот именно, чтобы надраивать все там. Нет, когда припечет или когда у меня нет выхода. Кексик готов, мама пообещала, мама сделала. И этот рецепт очень здорово выручает, когда совсем нет времени готовить, и особенно в праздники. И он такой нежный. Дайте ему остыть, потом доставайте из формы, мягенький. И посыпайте сахарной пудрой, можно украсить, если это праздничное лакомство, полить глазурью, чем-то посыпать. У меня просто сахарная пудра. А это наша небольшая предрождественская традиция, то есть выпечка пряников. И мне кажется, что они уже вроде как подросли, для мальчиков это не совсем актуально, а они настолько привыкли, что они сами уже ко мне приходят и говорят: «Так, мы не поняли, мама, а что, в этом году не будет пряников?» А тут нас еще и пригласили их декорировать все вместе с одноклассниками. Правда, будут не все, но тем не менее. И мы после дня рождения
в один из выходных собрались, и несмотря на то, что было поздно, мы принялись печь пряники. И это настолько веселый и увлекательный процесс, как для взрослых, так и для детей. Если вы никогда этого не делали и есть возможность, то попробуйте это. Так душевно это остается в памяти навсегда. Мы дурачились, мы включали какую-то рождественскую новогоднюю музыку, пели песни и на английском, и на польском. В общем, развлекались как могли. Я думаю, что когда дети вырастут с друзьями, мы все равно продолжим эту традицию, потому что в моем окружении есть много людей, которые любят заморачиваться, готовить. И для меня совершенно не составляет труда убираться целый час после выпечки пряников. А это на самом деле так и есть. И неважно, кто готовит, дети или взрослые. Мука, тесто, все оказывается под столом. Юки помогает мне в уборке. И, в принципе, она всегда со мной, даже когда я принимаю душ или делаю еще кое-что. Не отлипает. Вчера дети съели уже где-то 1/3 пряников. Клевые получились, при том, что дети в основном делали сами. И у меня в Инстаграме есть очень старый рецепт, я по нему готовлю. А в Польше продаются такие готовые смеси, куда добавляешь только яйцо, еще что-то там, вообще без заморочек, миксером или даже ложкой смешать, и у вас тоже получатся крутые вкусные прянички. И сейчас мы все это будем складывать в контейнер, потому что мы берем с собой пряники и будем декорировать с родителями и детьми со школы из класса Игната. Папа тоже едет с нами, потому что потом мы будем болеть за сборную Польши по футболу. И еще будем обедать, уже заказали пиццу. Нас все ждут. Я беру с собой всякие декорации. Это у меня с прошлого года. По-моему, я покупала ее в Лиле. В каждом продуктовом магазине у нас здесь есть все для декорирования. Вот такие тюбики с сахарной массой. Очень удобно в использовании. Здесь сразу несколько цветов. Я взяла 2 упаковки. Также нашла шарики, которые потом типа шипят. Беру с собой 2 глазури, 1 шоколадную, 2 белую. Не знаю, пригодятся они нам или нет, но пусть будут на всякий случай. И еще впервые встретила цифры. Цифры. Ну, здесь и цифры, и буквы. Можно что-то написать на каждом пряничке. Я, наверное, тоже буду с детьми украшать, и каждый из родителей, из детей приносят с собой пряники и что-то для декорирования, потом поделимся, и вот так чудесно проведем время вместе. Игнат, уже выходим, едем. Насколько же нам повезло, что в классах мальчиков крутые родители. Я очень часто об этом говорю. Но, наверное, чем старше ты становишься, тем меньше у тебя каких-то новых знакомств. И особенно если у тебя home office или ты, в принципе, работаешь сам на себя в какой-то небольшой компании. А тут у нас появилось сразу много, не побоюсь этого слова, друзей. Таких близких по духу людей, у которых общие интересы, какие-то общие ценности, общий подход к воспитанию детей, и все родители суперактивные, и мы даже иногда встречаемся без детей. После выпечки пряников мы посмотрели футбол, еще долго сидели, болтали. На этом я буду заканчивать свой влог. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Пока-пока!